Всем привет, друзья! Мы продолжаем записывать видео по игре OpenTTD. И я придумал новый мегапроект. Будет он связан вот с этой вот кузницей. Она потребляет у нас металл и производит engineering supplies и farm supplies. Farm supplies мы можем отвозить вот туда, на ферму. Вот на вот эту вот. И тем самым прокачаем еще больше вот этот вот маршрут, который у нас перевозит зерно. А engineering supplies мы можем отвозить вот сюда, где у нас песчаный карьер. И для этого мы должны будем построить мега железную дорогу, ну, которая потом в дальнейшем может быть нам пригодится еще для чего-то. Вот, как я предлагаю сделать. Я предлагаю построить док рядом с плавильней. Osaka Forge. Переименовать ее можно в Osaka Forge Dock. И отсюда мы будем кораблями. Здесь можно сравнять клеточку. Корабли будем использовать те же самые, которые у нас уже возят зерном. Их надо найти. Вот они. И в маршруте им добавить следующие вещи. То есть Osaka Dock, они здесь выгружаются. За Osaka Dock они идут Osaka Forge Dock. Делают здесь рефит. Refit Farm Supplies. А на базовой станции у них будет refit в зерно, в grain. Все, вот так вот мы сделали маршрут, то есть построив один док какой-то за копейки, мы сейчас очень сильно этот маршрут прокачаем. Но это будет не прям мгновенно, но будет. Я построю еще машинок некоторое количество, потому что здесь металла очень много, мы весь не вывозим. Так вот, а железную дорогу я предлагаю построить вот отсюда, и она пройдет вот так вот мимо всего этого дела и где-нибудь вот здесь вот ее пересечь. Дорогу будем строить самую дешевую, не электрифицированную, потому что зачем тратить много денег. Так, не знаю докуда, где-нибудь подальше от города ее пропустим, как-нибудь вот так. Вот, здесь придется сравнять очень большой массив гор. Это относительно недорого, но может разозлить соседние города. Вот, а здесь сравняем вот так вот, для того, чтобы можно было построить выходы, подъезды к станции, подъезды, отъезды. Так, вот первый корабль, кстати, приехал на вот эту Osaka Forge, и сейчас здесь будут формироваться Farm Supplies. Посмотрим вообще, сколько их здесь будет. Ну, ладно, пока формируются. Строим дорогу постепенно. И посмотрим, как стали относиться к нам города. Коби стал относиться хорошо. Я не знаю, кстати, как он относился, но... Хорошо, это не самая высшая оценка. Так, паровозик нам предлагают. Более быструю электричку. А предыдущая сколько ездит у нас? 65 км в час, а это 85. Конечно, берем. Конечно, берем. И текущие электрички. Создаем сразу правила замены. Где она у нас? Вот сейчас она вот так вот едет, а 85 км в час все-таки немножко побыстрее. Так, ну ладно, вернемся к городам. Коби хорошо к нам относится, Осака. Осака плохо относится. И Фукуи относится тоже хорошо. Ну то есть снизился рейтинг в городах.
Так, вот здесь. Здесь мы добавим еще одну станцию. Еще один выход с нее. Так, и вход. Я бы здесь еще немножко снизил. Вот так вот, здесь будет вход. А выход мы выпустим вот здесь. Так, эта часть готова, дороги. Вот здесь надо теперь наделать. Тут тоже сейчас придется сглаживать грунты. Можно, кстати, вообще сгладить. Здесь не так много. Не очень-то мы дружны, да, к природе. Столько земельных работ. Так, а здесь у нас поднятие грунта идет. Я думаю, что тут надо сейчас перекопать, тоже немножко опустить. Тут есть что опустить. Начиная вот отсюда, можно прям... Вот эту часть опустить полностью. Вот здесь мы сейчас тоже опустим вот эту часть. Так, стой. Этот поезд остановим. Вот для этой развилки сравняем здесь. Пусть дорога пониже идет. Здесь будут мостики. И здесь будет какой-то такой выезд-разъезд. Так, это в эту сторону, это в эту сторону. Все, больше нам ничего не нужно. Семафоры. Семафоры. Отсюда заезд. Отсюда выезд. И отсюда въезд. Эти убираем. Здесь остаются просто путевые. Тоже просто путевой. Нет, тут тогда будет не просто путевой, будет вот такой. Так, путевые. Все, также теперь в обратку. Ну, собственно, уже вот мега проект по масштабу, да, по факту он уже какой-то не мега. Здесь тогда будет вот такой вот семафор. То есть масштаб работ колоссальный, с учетом того, что у нас столько капитала скопилось. Уже все просто как-то решается. Ладно, запускаем. Надо было на паузу сделать. Я что-то остановил только один поезд. И пробку создал. Так. Теперь нужно сделать подвоз. Подвоз Engineering Supplies на вот эту станцию. Но у нас вот здесь есть остановка. А, эта остановка относится к Косаке. Так, здесь тогда, кстати, можно, да, вот это кольцо переделать тоже. Здесь сделать можно вот так.
Так, здесь, здесь и здесь. А здесь вот так. По-моему, не влазит. Тут бы на каждый путь отдельно, конечно, сделать. По семафору. Плохо получилось, мне не нравится. Здесь надо вот так. Так, эта часть вообще уберется. Вот как-то так будет. То есть тут бы он два на въезд, два на выезд. Отсюда есть выходной. Так, этот уберем. И с этой стороны въездной. Ну вот, если я нигде ничего не напутал, то должно все это работать в каком-то виде. Можно повод здесь воткнуть. Так, как возить сюда товары на это, на эту станцию карго? Построим здесь терминал. Я оставлю еще один. Одну клеточку для, на всякий случай. Вдруг будем тут расширять потом бизнес. Так, здесь я построю мост. Эстакаду. Да, меня просили построить эстакад побольше. Больше эстакад. Не успел построить, уже сразу тут какие-то домики возникают. А, Осака Exchange. Станции-то не такие должны быть. Станции должны занять название Осака Карго. Все, обе они карго, да? Да, Осака Карго. Все, здесь мы делаем загрузку. Сколько он забирает, кстати, корабль? Фарм саплайсов 14, ну, не так много. Ну, какая-то движуха есть. Здесь у нас металла очень много. Можно еще увеличить количество машин. Так, одна машинка сколько перевозит тонн? 15 тонн. Ну, нормально. Так, здесь делаем машинки. Где-нибудь есть тут депо поблизости? Депо поблизости отсутствует. Добавим где-нибудь вот здесь депо. Так, engineering supplies. На чем их возят? А вот на боксовых машинках. А на таких возят? Нет, на таких не возят. А на таких... На таких тоже можно возить. На открытых тут 15 тонн. В боксовых тоже 15 тонн. Боксовые подешевле. Да. Engineering supplies. Берем вот здесь. Везем вот сюда. Так, вот я не знаю насчет фуллоада. Если я поставлю тут полную загрузку, тут может быть
коллапс образоваться. Коллапс мне не нужен. Поэтому тут будут без полной загрузки ходить. Пока 4. Они, кстати, сейчас не будут никак это самое выгружать, потому что нет маршрута. То есть я на самом деле не достроил уже вот эту часть. Вот, и надо здесь теперь достроить. На паузе тогда это сделать, наверное. Так, тут нам мешает поезд. Упс. Настроил что-то я во всех направлениях этих дорог. Так, и здесь тогда тоже будет мост. Так, электрический локомотив 75 километров в час. Да, наверное, не нужен. Кстати, если сравнивать его с обычными поездами, что дороже выходит? Да, он выходит дороже. То есть у обычных поездов пока дешевле стоимость обслуживания, поэтому мне такой не нужен. Так, все, разбираем старые семафоры. Здесь обычные маршрутные путевые сигналы. Так, ну если все правильно собрано, все должно работать. А здесь можно добавить тогда еще один путь. Хочешь на 9 клеток сделать. Вот здесь тоже не очень правильно, потому что надо здесь сделать тоже семафоры. Это мы вот эту часть снесем. И запустим ее пошире. Вот как-то так. Теперь, наверное, правильно. Так, и все. Все готово для того, чтобы сделать первый поезд, который будет возить и Engineering Supplies. Ну, можно один сделать какой-нибудь. Так, что у нас новых вагонов так и не появилось, да? Engineering Supplies, на чем их возить-то хоть? Вот на вот этих флэткарах. А, можно на бокскарах. Ну и то устаревшее. Ну ладно, сделаем тогда мелкий паровоз. Ну попробуем пока вот так вот. Без фанатизма. Не очень длинный. Так, здесь почему-то получилось нон-стоп. А, нет, все правильно, нон-стоп. Все, смотрим. Смотрим на этот поезд. Где эти машинки, которые возят у нас?
Engineering Supplies. Engineering Supplies есть какие-то. Почту тут вообще завались. Farm Supplies тоже, в принципе, формируются. Корабли не пустые уезжают. Это радует. Да, с таким трафиком можно было, наверное, возить их и на поезде. Добавлю я еще машин. Они тут весь город загрузили своим трафиком. Так, а чё он? Чё он? Я не поставил ему, что ли? Нет, поставил Engineering Supplies. В чем дело-то? Почему они не передают ему? Cargo Flow. Engineering Supplies. Тут же нужны Engineering Supplies? Нужны. Так, надо тогда на этих машинках, наверное, задать, чтобы они принудительно разгружались. Load all. No loading. Тут написано через любую станцию. Странно. Странно очень. Я думал, тут никаких проблем не будет, что эти машинки все вывалят. И процесс пойдет дальше. Ну, сейчас посмотрим у них с принудительной выгрузкой. А, вот, с принудительной выгрузкой поезд берет. Ну, ладно, тогда все. Все хорошо. Так, побольше эстакад, да, мне говорили. Ну, чтобы эти эстакады куда-то построить, надо. Надо же, чтобы их тоже там были рады видеть. Ну, что-нибудь такое хотя бы сделать, я не знаю. Если уж строить проезды, чтобы город там рос. Вот в этом городе, я согласен, тоже можно сделать какие-то эстакады. Куда-то увезти. Блин, ну я, наверное, построил. Так, тут расти некуда. Тут некуда. Тут можно через дорогу перекинуть. Соединить между собой можно. Ну вот как-то так. Сколько здесь этих supplies'ов? Много, в принципе. Может добавить еще машинок. Еще сделаю. 4. Тут какие-то машинки едут, кстати. Fish market. А, те, которые рыбу возят, они теперь поехали, видимо. По этой дороге. Она, видимо, короче, чем вот так. Хотя это крайне сомнительно, что она короче. Может быть, тут трафика меньше. Я не знаю. Ну ладно, едут так, так едут. Так, вот эти вот штуки, их надо создать им группу. Engineering
Engineering supplies. А мне еще одну группу, да. Осака. Какой трафик сразу образовался. А, и вот эти машинки, которые возят сталь, они, походу, тоже тут. Металл, они, походу, тоже тут ездят теперь. Весело, чё? Так, поезд берет 180 единиц. Ну, в принципе, он будет так загружаться неспешно. Надо пронаблюдать потом, как он поедет. Это долго. Ой, а что тут такое? Вся еда хочет попасть. Фукуй. А еду на Осаку не дают, да, походу? Осака Fish Market. Так. Там у нас что? Это у нас... Здесь 10 машин, а здесь 12. Ну, вроде не такая большая разница. Так, ну что, может тогда, наверное, есть какая-нибудь машина в пути, которая едет. Пару машин с Осаки на вот этот путь переделать. На Фукуи. Что случилось? Почему тут не осталось машины? Я для всех, что ли, изменил теперь путь? Нет. 22-я норма. Все, вот так вот. Так нормально. Может быть, будут поравномерно ездить, потому что до Осаки-то поближе, чем до Фукуи. Вот, теперь у нас две трассы, одна высокоскоростная пассажирская. Вот мы это видим как раз. Поезд летит тут 110. А вторая у нас медленная, ну 60 едут, потому что вагоны старые, но вагонов пока нет новых. Короче, как-то едет не спеша, а куда ему торопиться? Вот, а на этом эту серию пора заканчивать. Спасибо всем, что посмотрели. Пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.